Капот открой и не глуши. Всем привет, как в прошлом видео показывали, вот этот стучащий G4 KD. Сейчас мы его снимем и покажем, что внутри. Сейчас вы услышали звук работы этого двигателя, и были уже комментарии, что это нормальная работа, что я езжу с таким звуком. Нет, это не нормальная работа, и я думаю, сейчас мы его разберем в любом случае, потому что это уже согласовано с клиентом. И вы увидите причину этого звука, и что это не нормальная работа данного двигателя. И еще раз я напоминаю, что звук на камеру передается неправильно, не так, как мы его слышим в реальности. Так что это тоже учитывайте. Данный автомобиль 2010 года, один владелец, 152 тысячи километров пробега. Двигатель G4 KD, двухлитровый, автомат, полный привод. Так, а вот у нас первое подтверждение, что поршневой здесь конец, так как у нас через вентиляцию гонит масло. Вот, весь патрубок мокрый, а здесь прям живое масло. Можно и дроссель посмотреть. Вон снизу намыто, это масло гнало. Так, впускной коллектор снят. Вот он, дроссель. И мы также здесь видим масло. Короче, масло есть везде полностью. Еще раз можно дроссель показать. Здесь сейчас чуть антифриза, но тем не менее. Вот они, следы намытия. Вот грязь идет, тут намыто и опять грязь. Так что все это надо будет отмывать. We'll be right back.
еще раз в комментариях мы видели, что писали люди, что это нормальная работа данного двигателя. И сейчас мы до этого показали, как работает данный двигатель еще раз. И сейчас мы показываем уже причину внутри, как выглядит поршневая группа и откуда был этот звук. И если сейчас люди скажут, что это нормальное состояние или нормальная работа, ну, удачи, успехов им. Я думаю, и так видно, что данный мотор требует значительного ремонта. Но решать вам. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.